Поехали, поехали, ребята, реванш. Реванш с хорватом. Да. D4. Хороший партик. Первый хороший партик выиграл. Он? Угу. Так и не скажешь, что маленький родин. Ну все, мат, мат. Идем, он видит, что он предпочитает на мат играть во всех партиях. Только делает посильнее, чем ты обычно. Ну ты должен, тоже должен играть на мат. Ну скрывай линию. Еще чего. Я не играю на мат, то он играет на мат. Почему? Я играю в солидные позиционные шахматы. Ты идиот. Вот, держи солидные позиционные шахматы. Ну h5. Да погоди ты с h5. Ты мне мешаешь, ты понимаешь? Ну. В смысле, ты мне помогаешь, но когда ты предлагаешь что-то разумное, а не h5 в каждой позиции. Ну а как играть? Сейчас он пойдет h4. И что будет, если он так пойдет? Ну, тебе тут мат. По линии h. С какого перепугу? Ну, я всегда так даю мат. Ты да. Все, ты скрыл линию. Ты не играешь в солидный позиционный шахмат. Да. Не играю, потому что мне не даешь. Отлично. Кони поменялись. Линия c наша. Ребята. Черный король уже чувствует свою смерть. Черный король ни в одном месте никакой смерти не чувствует, даже такой идеи не было. Ну смотри, пешка на d5 зависла. Зависла. Ему, наверное, не хочется играть d4. Все-таки слон становится сильнее. Наверное, не хочется. Да, но слон штык ферзь d5. Меняем ферзи. Ну нет, ну пожалуйста. Нет, мне приходится менять. Все, у меня выбил мудикан. Иначе мне реально дадут мат. Не вы. Это была последняя партия. Не выйшь, у тебя выбило мудикан. Это ужас. Да, я... Отлично. Очень понятно написал. Шах. Угу, лишняя фигура на доске. Ребята. Лишняя пешка. А нет, не лишняя. Меня заглючило. Два активнейших слона. Ну почему ты не пошел ладья c1, Никит? Ладья c1 и просто e6. Да все отлично и так, без ладья c1. Ужас. Какой ты слабый шахматист. Ну, кстати, это может и сильнее. Да. Мне ты чё? Дошло. Да, конь e7 решает все проблемы. Почти мат грозит, ребят. Ну все, заехали белые. Сдался. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо.